Я очень рад, что сегодня в Нижнем Новгороде проходит встреча рабочей группы БРИКС по суперкомпьютерам. Россия в этом году председательствует, и объединяющая роль России действительно очень важна. Во-первых, первый факультет ВМК появился в Нижегородском университете в России, и мы говорим о том, что действительно мы одни из основателей этого направления. Поэтому очень здорово, что данное мероприятие проводится на территории Нижегородской области, прежде всего Нижегородского университета, потому что школа IT, которая создана в регионе, она действительно здесь очень сильная. Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка. Каждый имеет свою сильную сторону, и в данном случае международное взаимодействие, оно исключительно перспективно. Сейчас, когда все вычислительные технологии, будь это суперкомпьютерное моделирование, будь то технологии искусственного интеллекта, будь то технологии обработки больших данных, они все базируются на высокопроизводительных вычислительных системах, и когда мы говорим о потенциальных проектах, то тут сильные стороны отдельных стран просто объединяются, эффективно объединяются. Сейчас все наши усилия, по крайней мере в Бразилии, будут сосредоточены именно на развитии искусственного интеллекта. У нас очень много общего в культуре, в отношении к семье, в отношении к культуре в целом. И это помогает нам понимать друг друга лучше и строить в том числе и наше научное сотрудничество, и специальное научное сотрудничество в области искусственного интеллекта, базируясь на общекультурных ценностях и общекультурных моментах.